Всем привет, дорогой зритель и подписчик, с вами Алексей, и сегодня я хотел бы поговорить о новшествах, которые произошли на канале. Возможно, немножко новостей будет, это как бы будет видео посвящено спонсорству, но тем не менее я, наверное, расскажу некоторые новости, которые, может быть, всех волнуют, а может быть и нет. Ну, во-первых, для тех, кто не в курсе, может быть, у нас есть группа в Дискорде, которую вы можете найти в описании почти каждого видео, по крайней мере последних точно. На главной странице канала этой ссылки почему-то нет, я сейчас вижу, надо добавить, но она обязательно там появится. Так вот, вчера, добавляя на канал смайлики, то есть в группу в Дискорде, я вдруг вспомнил, что YouTube где-то год назад предоставил мне возможность добавить спонсорство на канал. Это как донат, но донат с плюшками. То есть, волос, ты чего делаешь? Каждый, кто поддержит канал, получает некие плюшки. Если за донат вы только получаете что? Вы на экране видите свое сообщение, как и другие зрители, которые остаются в записи, да, его все видят. И видит его стример с, возможно, озвучиванием вашего текста, который вы написали, то здесь вы получаете... Давайте я вам просто покажу, наверное, так будет проще. Итак, у нас появилась вкладка «Спонсорство» и «Спонсировать», как можно увидеть. Она должна появиться у всех, если у вас, конечно, вы не находитесь в стране, которой это запрещено. То есть есть такие страны. Увы, есть такие страны. Так вот, давайте пройдемся по бонусам, которые вы получаете, если вы спонсируете. Ну, давайте нажмем сюда на вкладочку. Во-первых, подписка стоит 249 рублей в месяц. Не сказал бы, что большая сумма, но, в принципе, и не маленькая. Не все же у нас из зрителей работают, не все имеют у нас деньги на руках, кто-то, может быть, на что-то копит, да? На личную жизнь и так далее. Поэтому эта функция сугубо так добровольная, понятное дело. То есть остальные подписчики, зрители, которые не хотят поддерживать канал как-то, они то есть останутся зрителями, они никуда не денутся, и контент, который будет выходить на YouTube, он не урежется. То есть у них останется все по-прежнему. Лишь те, кто захотят проспонсировать канал, получат некие бонусы. Я хотел бы вам рассказать о них. Во-первых, вы получите собственный значок, который в зависимости от времени будет изменяться. Чем дольше вы поддерживаете канал, тем, в общем, как хотел сказать, красивее он становится. В общем, он меняется, да? Он меняется по цвету, и все зрители будут видеть ваш значок в чате, в прямом эфире, в комментариях. Он будет отображаться возле вашего ника и сообщения. Также те, кто станут спонсорами, получат уникальные смайлики канала. Пока что они выглядят вот так, но я хотел бы вообще сделать, чтобы они были уникальные. То есть, ну, однако, один смайлик у нас точно уникальный уже есть, и нигде на канале на другом вы его не увидите явно. Вы можете его использовать, если поддержите канал. Что касается остальных смайликов, я... попробую отредактировать их как-то. Возможно, сам нарисую. В принципе, потратить на это время будет даже приятно. Сделать уникальное что-нибудь для канала и добавить уникальные смайлики. Но это чуть позже. Что касается остальных смайликов, они будут добавляться. То есть, в зависимости от количества спонсоров, YouTube будет увеличивать это количество, которое мы можем разместить смайликов на канале. И что хотелось бы от меня лично добавить тем, кто подпишется первым на канал, получает возможность войти в историю канала и добавить свой смайл, который, естественно, могут все использовать, все спонсоры, но тем не менее, то есть возможность уникальная реально. Вы можете выбрать любой смайл, который я одобрю. Ну, то есть есть некие ограничения, понятное дело, то есть он не должен быть порнографического характера, какой-то нести агрессию и так далее.
То есть это должен быть обычный смайлик на ваш выбор, хоть даже ваша фотография, что было бы даже забавно, как я думаю. Ну и что касается подписчиков, вы, каждый, кто подпишется на месяц, получает возможность заказать двухчасовой стрим по вашей любимой игре. То есть стрим на заказ вы можете заказать, получить и так, просто находясь на стримах во время особых моментов, когда мы именно это разыгрываем. Но при подписке вы получаете эту возможность вот за 250 рублей в месяц. То есть один стрим в месяц для спонсоров на заказ. Каждый месяц, получается, будет. Но, повторюсь, эта функция совершенно... хотел сказать бесплатно. Совершенно не обязательно. То есть вы можете оставаться обычным зрителем, каким вы были до этого, каким был канал до этого, и получать весь этот контент, который он был. Он не изменится, он не уменьшится никаким образом. То есть он просто будет, но вот подписавшись, вы получаете вот эти бонусы. Возможно, я что-то еще добавлю сюда. Возможно, если будет слишком много стримов на заказ, слишком много спонсоров в свое время, я уберу, конечно, эту возможность проводить стримы на заказ. Может быть, у меня будет меньше времени, кто его знает. Такое вполне может быть. Личная жизнь у всех должна быть, ее никто не отменял, и когда-нибудь она у меня тоже будет. Поэтому, ну, пока что как-то вот так вот. Я хотел рассказать вам о спонсорстве, я это сделал, и что хотелось бы сказать напоследок. Я буду очень благодарен тем, кто проспонсирует мой канал, потому что сейчас деньги мне нужны, ну, хотя деньги нужны всем и каждому, но я потерял работу некоторое время назад, и сейчас, в общем, ищу новую. Как оказалось, мне даже не заплатили за отработанное время. Такое бывает очень часто на неофициальной работе. В этот раз я устроюсь только на официально. Вообще собираюсь устроиться на завод. Если вы помните, я работал на заводе контролером и, наверное, туда пойду. Ну, как наверное. Я уже позвонил начальству. Начальник сейчас болеет, я жду, когда он выздоровеет, чтобы встретиться с ним и поговорить как следует. Вот такие вот дела. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо, кто находится на канале давно, поддерживает его всячески. И я надеюсь, вы продолжите это делать. Я продолжу вас радовать интересными видео. В ближайшее время все-таки этого будет побольше. То есть мы будем смотреть новые игры. Будет возможность, потому что сейчас, опять же, повторюсь, у меня проблемы с деньгами, но как только проблема эта решится, то мы начнем смотреть новинки. В этом месяце их довольно-таки мало, по-моему, даже вообще нет. Поэтому, а вот со следующего месяца, по-моему, выходит Rage, и именно вторая часть. Первую часть перед выходом мы обязательно пройдем и начнем проходить вторую. Я думаю, это будет интересно, у нас давно ничего подобного на канале не было. И очень хочется. Вот. Вот такие новости у нас на канале. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Приятного просмотра желаю вам всем. Сегодня будут еще стримы. Завтра будут стримы. И послезавтра. И довольно долгое время, наверное, еще. Канал я закрывать в ближайшее время не собираюсь. Хотя всякое бывает, всякое. Это шутка. Это плохая шутка, наверное. Всем спасибо, всем пока, увидимся в остальных трансляциях, видео и всяких возможных роликах. Удачи, приятного просмотра, ребят.